Здравствуйте. Началась открытая неделя, началась она вчера. Это впервые, скажем так, в истории нашего отечественного конного спорта. Это не новость, такая практика уже используется очень часто за рубежом. Мы постараемся все это внести, все лучшие новшества здесь у нас в стране. Я думаю, на этой открытой неделе есть большая возможность у всадников приехать себе сюда со своими лошадьми, потренироваться с ведущими специалистами, попробовать своих лошадей на новых площадках, что немаловажно, попробовать лошадей на разных площадках, что немаловажно, с разными маршрутами. Это, в свою очередь, принесет опыт, они получат знания у специалистов, решит очень много проблем, я надеюсь, и я думаю, мы в состоянии решить эти проблемы именно с выездкой лошади и дать, скажем так, советы на будущее, как дальше действовать. Но учитывая, что Maxima Stables проходит большое количество семинаров, большое количество занятий, не только по конкуру, но и по выездке, и семинары, и с судьями, и составителями маршрутов, этот опыт просто необходим спортсмену для того, чтобы начать двигаться в сторону большого спорта и в сторону высоких результатов. Если будет что-то не получаться, не страшно, не зажимайтесь. Это тренировка, как на любой тренировке. Если вы чему-то учитесь новому, сначала не получается. Только со временем начинает получаться. Но я надеюсь, что в конце тренировки мы постараемся немножко исправить то, что у вас не получается, и сделать лучше то, что у вас получается. Барьеры небольшие. Наша задача – то, чтобы лошади слушались вас, вы могли правильно подойти и отойти от барьера. Завтра, два дня завтра, 21-го будет другая тренировка. Мы постараемся использовать то, чему сегодня научились. Понятно? Смотрите, в чем заключается тренировка, когда мы прыгаем. Прежде чем прыгать, мы должны, разогреть лошадку, правильно? Ну и второе, отладить, правильно у нас. Понимает она у нас, тормозится, прибавляет вперед она у вас. Направо, налево поворачивается. Все, что вам пригодится, именно на маршруте. Согласны? Чем лошадь идет медленнее, тем вам легче управлять, правильно? Поэтому, чем быстрее, тем тяжелее, да? Быстрее скорость уже так не слушается, не поворачивается. Но для того, чтобы она у вас поворачивалась, управлялась на быстрых аллюрах, вы должны это отработать на более медленных. Понятно? Поехали. Постарайтесь... А вы ездите, я буду смотреть за каждым. Только друг другу на хвост не наезжайте. Лен, чуть побольше возьми дистанцию. Дима, чуть поспокойнее рысь. Чуть покороче, Дим. Вот так, руки не поднимай. Диан, очень хорошо сидишь, посадка очень хорошая. Дим, постарайся не сутулиться. Смотри, ты весь вот так, Дим. Вот так, не сутуй. Расслабься, плечи, подъедь ко мне. Ко мне подъедь. Лен, очень хорошо. Очень хорошо. Дим, смотри. Ты можешь очень красиво сидеть, я на 100% уверен. Только ты, знаешь, вот так раз немножко сутулился и зажался. Расслабь плечи. Вот смотри, сел ровно и опусти. Вот как ты на стуле сидишь. Все, и так управляй. И бери, вот здесь руками надо, вот так рука идет. Но у тебя как продолжение повода надо, двумя руками возьми. Только не поднимай их, а возьми повод покороче. Здесь вот так взял, если надо остановить, так руки, знаешь, зажал. И так. Понял? И расслабь. И не так быстро. Хорошо? Поехали. Смотри, стоп. Стремя, вот если у тебя стремя вот здесь, вот на носочек. Видишь, у тебя ножка тогда проседает. Нет. Нет, вот на носочек, чуть ближе к носочку. Если ты наша пяточка должна идти вниз, правильно? Говорили тебе об этом? А теперь возьми стремя, широкую часть ступни и опусти пятку вниз. Неудобно? А теперь возьми вот сюда ближе на носочек. Удобнее? Поехали. Если он у тебя, смотри, чувствуешь, вот смотри, он у тебя не слушается ножки, да? Не идет. А теперь смотри, поехали на шагу. И сделай, вот иди на шагу, а нога, не так, а сделай вот так прям ногами. А руку, еще раз, а руку не давай разгоняться, рысь. Не давай разгоняться. Да, только на шагу. Ты ногой так сделай, а рукой не давай ему убегать. Давай. А рукой держи, еще раз. Еще, не, прям разведи еще чуть больше. Вот так, давай еще. Еще разок. Еще. Вот так вот. А руку держи, еще разок. Еще. Руку, еще. Пока не почувствуешь, что он тебе идет сам. Еще раз. Вперед, отведи ноги немножко, еще разок.
Со шпорками было бы тебе легче, ну давай без шпор попробуй. Сиди еще разок. Еще давай. Еще, не вались вперед, сзади сиди, плечи разверни, еще разок. Еще. Еще. Давай, давай, давай. Все, а теперь поехал рысью. Идет легче? Притормаживай теперь, не разгоняйся, чуть короче рысь. Вот так, не сутулься, плечи разверни, ручки вниз, ручки вниз. Ручки вниз и короче рысь, чуть короче, короче, Дим. И поехали теперь между барьерами. Налево назад, направо назад. Лен, хорошо, чуть больше рысь. Видишь, немножко медленно. Вот так. И поехали. Налево назад, направо назад. Налево назад. И опять выравниваем лошадку. Аккуратнее, не наезжаем, не наезжаем. Если наезжаем, делаем вольтик, делаем вольтик. Вольт делаем, вольт. Лен, чуть больше движения, засыпаешь, чуть побольше движения. Ему уже получше, а теперь давайте попробуем восстановление вправо. Сделали, и правой ногой к стеночке лошадь подталкиваем, чтобы она не свалилась вовнутрь. Направо восстановление, правую руку немного на себя. Вот так вот и подталкиваем. Делай вольт, Лен. Вольт. Вольтик. Дим, чуть побыстрее рысью. Не зажимайся. Вот так, направо постановление, направо, Диан. Не бросай под, левую руку держим, правую руку немножко на себя. И правой ногой к стене. Хорошо, выровняли, сделали, почувствовали, подчинилось, выровняли. Не вались вперед, не вались. Стремя на носок. И вольт направо, поехали, марш. Дима, больше движения. Лена, Диана, делаем вольт. Я позанималась у Владимира Белецкого и у Арно Нессена. Мне очень понравилось, я получила огромный опыт, потому что у нас в области не то что мало тренеров, у нас их практически совсем нету. Именно грамотных тренеров, которые тебе подскажут работу и исправят твои ошибки и в посадке, и в управлении лошадью. И мне это дало очень большой опыт, и я за это очень благодарна. Мы сюда приехали на открытую неделю. Сегодня у кого вы занимались? Сегодня мы занимались с Владимиром Белецким. Он ставил перед нами много разных задач, и я с ними справлялась. Тренировка прошла отлично, узнала много нового. И я рад такой возможности поучиться у профессионалов. Когда я узнаю, что есть семинары, я прошу маму или папу, чтобы меня туда свозили. Думаю, что для моей будущей карьеры, для меня это будет очень полезно. Дети – это наше будущее, но это будущее не только в нормальной жизни, это будущее нашего спорта. Если мы этот шанс упустим, будущего у нас не будет. Так что все эти семинары, которые мы приводим, это только для будущего нашего спорта.